отношении лиц, способствующих экстремизму, примут самые жесткие меры, заявил президент Татарстана на экстренном совещании. Оно прошло накануне поздним вечером в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований. Экстремизм в республике будет искоренен, подчеркнул Рустам Миниханов и пообещал применить самые жесткие меры по отношению к тем, кто дестабилизирует ситуацию, поддерживая радикальное течение ислама. Татарстан всегда проповедовал традиционный ислам, и так будет и в дальнейшем, заявил президент. Наказание глава республики пообещал и руководителям муниципалитетов, допускающим проявление экстремизма на своей территории. Мои слова в адрес наших руководителей муниципалитетов, которые как бы по незнанию или по беспечности допускают вот такие проявления. Значит, все это для нас известно. Мы неоднократно каждого из вас предупреждали. И руководители, которые поддерживают вот те структуры, деструктивные силы, которые есть у нас. И, конечно же, я вам обещаю, что будут приняты самые жесткие меры. Президент пообещал награду в 1 000 000 рублей тому, кто предоставит информацию полезную для следствия.